Эти копы думали, что смогут задержать гражданского, применив грубую силу. Подойдите ко мне. Нет, спасибо. Сюда. Эй, эй, эй. Ой, побежал, пошел. Но мало кто знал, что отец научил своего сына точно знать свои гражданские права. Ага. Вот один из трех случаев, когда коррумпированные копы, превышая свои полномочия, разрушают судьбы невинных людей. Это безумная история Тевина Галанакиса. Я ничего не пил, он будет... Смотрим сегодня Доктор Крайма, ребята. Смотрели от него уже, по-моему, несколько или два, или три ролика. Короче, есть Доктор Крайм, есть Крайм Хантер, два канала таких тру-краймовских. Мы смотрели допросы с вами. Сегодня немножко другое посмотрим. Ну, интересно все равно звучит, поехали. Будет выглядеть глупо. 19-летнего студента Тевина остановил офицер полиции Ньютона Натан Винтер из-за якобы проблем с фарами его машины. Якобы. После того, как Галанакис объяснил, что с его фарами, офицер попросил документы на машину и начал допрашивать его. Добрый вечер. Добрый вечер, сэр. У Галанакиса чисто тиктокерская такая внешность. Я офицер Винтер из полицейского управления Ньютона. Я остановил вас, потому что вы едете с включенными дальними фарами. У меня нет ближних фар, поэтому я езжу на дальнем свете. Понятно, но это незаконно. Серьезно? Ну, я выключаю свет, когда приближается другая машина. Когда я ехал, вы этого не сделали. Потому что вы были на тот момент очень далеко. Расстояние должно быть не менее 500 футов. Да? Простите, виноват. Вам нельзя ездить на дальнем свете в черте города. Предъявите права, регистрацию и страховку. Да, даю. Это ваша машина? Да. Куда направляетесь? Домой. Куда домой? Вы здесь недавно живете? Прям доебывается, доебывается. Нет. Но это, по сути, их работа все-таки доебываться. Это я так говорю, доебываться. Но, по сути, это их работа. Это, конечно, все это выяснить, досконально спросить и так далее. Куда едете? Был в гостях. Хорошо, что-нибудь пили? Нет? Это тоже показать? Да, начнем с регистрации. Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, хорошо? Пока без проблем. Все вроде с первого нормально. Взгляда эти вопросы звучат вполне невинно. Да, пока все вроде нормально. Но как только Галанакис ответил на них, офицер сделал свои субъективные выводы. Офицер обязан делать свои заключения на наблюдениях и фактах, а не на предубеждениях или предположениях. Если действия офицера мотивированы предубеждением, то это может быть нарушением гражданских прав человека, но офицер Винтер, очевидно, этого не понимает. Галанакис вручил документы на машину, затем офицер попросил его выйти из... Он его арестовывает, что ли? ...машины. Винтер настойчиво попросил Тевина выполнить одну дурацкую просьбу. Сделайте мне одолжение, приклейте вашу жвачку на приборную панель там. Жвачку туда? Да, отлично. Сейчас мы пройдем к моей машине. У вас нет оружия, наркотиков, взрывчатых веществ? Ни того, ни другого. Хорошо, пройдемте. Так, там второй тип еще стоит. Ситуация начала накаляться, и новые необоснованные обвинения офицера Винтера постепенно начали нарастать. Он нарушил... Сейчас такое, а вы знаете, что жвачка, вообще-то прилипшая к вашей машине, это вне закона в нашем штате? Развернись, ублюдок. Такой, ты чё, блин? Ну, это странно пока что как-то. Ну, вроде нормально пока. Как будто странно, но нормально. Четвертую поправку, которая гласит, что любой офицер при обвинении кого-то в преступлении и наложении ареста должен иметь достоверное доказательство или достаточное основание для этого. Логично. Но Галанакис, понимая, что офицер Винтер пытается заманить его в ловушку, сразу же потребовал пройти алкотестер. Также от вас исходит запах алкоголя. Отлично, тогда давайте сделаем тест. Ага. Сделаем. Так. Давайте уже. Что если он ничего не покажет? Проблемы будут у вас? Нет? С чего бы это? Потому что вы думаете, что я пил, а я не пил. Я могу это записать? Делай. Короче, тут офицер Винтер решил, что я пьян. Сейчас я пройду тест, и он обломается. Тик-ток. Так как я сегодня не пил. Галанакис был настолько уверен в себе, что даже снял видео в машине офицера. Затем Винтер провел кучу бесполезных тестов на трезвость, вместо того, чтобы просто провести алкотестер и получить четкий ответ. Так. Давайте поднимемся на тротуар, и я поговорю с вами там, хорошо? Я попрошу вас встать и сложить пятки и носки вместе, опустив руки по швам, я проверю ваши глаза. Хорошо? Проверка. Следите за моим пальцем только глазами, не двигайте головой, хорошо? Да? Есть вопросы? Нет? Какого цвета ваши глаза? Карие? Они когда-либо меняли... На локоть посмотрите. Смотрите на локоть. Меняли цвет? Нет? Хорошо, что вы знаете. Вы четко видите мои пальцы? Да, сэр. Что должно произойти? Просто этот тест длится 2 минуты. Мы будем использовать вот эту линию. Оставайтесь в этом положении, пока я не скажу вам начать. Бля, какие-то приколы просто начались. Челленджи А4. Чувак, это слишком просто. Давай доставай уже алкотестер. Не видя смысла делать все это, Галанакис... А смысл реально? Ну почему алкотестером-то не проверить? Он же покажет, прям есть или нет. Что это за приколы? Типа, не, ну у них, наверное, есть такие, и, может, у нас, кстати, тоже есть такие проверки. Но алкотестер как будто бы точнее покажет, чем возможность человека по линии пройти. Нет, разве? Или, может, это проверка на что-то другое, а не на алкоголь уже? И снова попросил офицера алкотестер. Но тот опять не послушал его. Ты что, новичок? Первый год на службе? Ну, он тоже, конечно, так общается, блядь. Нет.
Не верю. Когда я скажу... Супер уверенно, так прям налегке, такой чисто по-свойски. Ну, то есть странный стиль общения, если честно. Туноча, сколько у тебя уже было ложных обвинений? Ноль. Тогда это будет первый. Такое поведение офицера говорит только об одном. Он понял, что Галанакис не был под воздействием алкоголя, но поскольку остановка продолжалась слишком долго, то он пытался как-то подтвердить законность своих действий. Также офицер полиции может выбирать какой тест на трезвость, использовать и в каких случаях. Даже если водитель сразу же просит провести дыхательный тест, офицер не обязан делать это немедленно. Однако, если офицер продолжает игнорировать эту просьбу без веских причин считать, что водитель пьян, это может выглядеть так, будто он просто тратит время. Национальное управление по безопасности. Тупо скучно ему как будто, да. Дорожного движения рекомендует офицерам использовать наиболее эффективные методы, чтобы определить, находится ли человек за рулем в нетрезвом состоянии. Винтер, который в этот момент пытался задержать подростка по любой причине, спросил Галанакиса, почему он дрожит, но забыл одну очень важную деталь. Холодно, дождь, и он в шортах, блин, может поэтому? Так, во время этого держите руки по швам, почему вы так дрожите? Вообще-то холодно, посмотрите на себя, на вас вся эта одежда, а на мне шорты, идет дождь, и вы ложно обвиняете меня, так что, конечно, я буду немного нервничать. Реально странный вопрос такой. А ты что дрожишь? Ты что, холодно, что ли? Ну, холодно вообще-то. Я ношу шорты при минус один. Поздравляю. Затем он провел еще. Ну, он же в тачке был. Что ему? Он, наверное, просто, знаешь, типа из тачки домой и из дома в тачку, поэтому он особо даже не одевался. Один тест на трезвость. И Галанакис быстро прошел его и в третий раз, после чего снова попросил алкотестер. Но Винтер, как и ожидалось, провел еще один бесполезный тест. Я думаю, этот коп просто все выдумывает. И Галанакис, вероятно, тоже так думает. Наконец, через час после остановки, офицер достал... Час. Алкотестер. Давай, достань его быстрее. Сейчас окажется, что он реально пьяный. Вот это был бы твист в итоге просто. А, Галанакис в итоге реально бухнул. Реально был бы отбухнувший. Чай с этими дебильными тестами. Ну, как бы, пора пу-па-пу-пум. Алкотестер, и разбежимся. Подойдите к передней части автомобиля. Сейчас алкотестер покажет вам уровень ниже нуля, если это возможно. Так, погодите-ка. Вот здесь прибор покажет результаты теста. Сейчас вы должны плотно прижать губами эту трубку и дуть, как будто надуваете воздушный шарик. Понятно? Готовы? Да. Все готово. А теперь я вам зачитаю правила Миранды. Вы имеете право хранить молчание, и все, что вы... А он что, его все? Чего? Скажите, может быть использовано против вас в суде. А он должен прочитать, да? Просто они обычно вроде это зачитывают, когда забирают прямо уже. Офицер проинформировал подростка о его правилах Миранды еще до того, как появились результаты алкотестера, который показал, что Галанакис на самом деле не был под воздействием алкоголя. Но офицер Винтер решил высосать из пальца еще одно обвинение. Что? Когда вы последний раз курили травку? Бля, он прям настроен его на чем-то поймать. Просто доебался, так доебался. Но опять же, окей, типа, да, вот он же имеет право это все, по сути, спрашивать и делать, да? То есть он может его проверить на запрещенные какие-то вещества, может на алкоголь проверить. Доебался, но как бы он, типа, в рамках своей работы доебывается в целом пока что. Ничего такого прям незаконного он не делает. Да, он просто доебался. Да, очевидно, в нормальном состоянии парень. Но мало ли он не в нормальном состоянии. Может быть, он как-то действительно что-то это самое, а просто ведет себя так. Ну, то есть, все возможно. Поэтому, окей, пока это все доебы, но доебы в рамках его работы в целом. Помню, сегодня? Нет. Мне все-таки кажется, что сегодня. Сегодня я точно ничего не курил. Почему вы докапываетесь до меня? Я прошел тест, сейчас вы пытаетесь выдумать новое обвинение в курении травки. Что тут вообще происходит? Все это выглядит незаконно. Несмотря на то, что Винтер утверждал, что у него была причина для ареста Галанакиса, А он его прям уже арестовать хочет? Не, ну вот это уже это уже не докапываться, не доебываться, это уже бред какой-то. За что? Телефон он признался в другом. Я остановил этого умника за то, что у него были включены дальние фары. Потом он долго возился со своей регистрацией. Также он провалил тест на трезвость. Долго возился со своей регистрацией? Это типа он документ долго доставал? Ебать, чего нахуй? Он долго доставал документ, и это уже типа прям какая-то предъява? Просто он бардачок открыл и искал документ долго, но нашел его и дал тебе, и с ним все в порядке. И это, блядь, проблема? Галанакис был арестован и доставлен в полицейский... Он его все равно... Ну, просто пиздец. За что он его арестовал, да, блять? Участок почти через 2 часа. То есть он там, наверное, его забрали, ему нужно поссать, анализы всякие сдать и так далее.
Ебать, просто на типа, просто тип ему не понравился, и все, и все. После остановки тест на наркотики показал, что у парня ничего не было в крови. Наконец, Тевин смог высказать... Но полицейскому, мне кажется, ничего за это не будет, потому что это типа, он имеет право на это. Он может как бы взять... Он, другое дело, что он должен это делать, когда ну, есть признаки. Есть какие-то признаки того, что вот кажется, что он там под веществами или еще что-то. Он может это сделать, взять, заставить его сдать анализы и т.д. и т.п. Может, но как бы он должен делать это, когда есть признаки. Здесь признаки какие? Он какие? Он называл признаки? Почему ему так показалось вдруг? Как бы реально, почему? Этому плохому полицейскому все, что думает о нем. Здорово. Ебать, он, конечно, блин, ребята, чисто этот символ Бургер Кинга. Эй, приятель, что это вообще было? Мне просто хочется понять, почему ты ко мне докопался. Я же еще в самом начале тебе говорил, что я чистый, ты будешь выглядеть идиотом. Но ты хотел показаться самым умным, у тебя не вышло. Как минимум, ты должен передо мной извиниться. Через несколько недель после инцидента Галанакис поделился на Facebook и YouTube версиями записей с камер наблюдения, сделанных во время остановки транспорта. Не приближайтесь! Я иду к себе домой! Если ты попытаешься пройти мимо меня, то будешь лежать лицом... Это что такое? Лицом на земле, ты понял меня? 29 сентября 2019 года в одном из районов Парк-Сити, штат Юта, между двумя подростками на велосипедах с газовым двигателем вспыхнула ссора, и один неспокойный... А, все, это уже другой сюжет. Я думаю, с Галанакисом продолжается какая-то хуйня. И сосед решил вызвать полицию. К тому времени, когда двое офицеров города Паркленд прибыли на место происшествия, ссора закончилась, и все разошлись по своим домам. Офицеры все-таки направились к дому Майкла Френчика с целью расспросить его... Френчик. Такая фамилия. Майкл Френчик. Френчик? Об огнестрельном оружии. Чем могу помочь? Добрый день, вы... Чем могу помочь? Ты Майкл? Добрый, что вам нужно? Мы здесь, чтобы... Ваше имя? Офицер Родригес. Полное имя какое? Видишь, как они выходят? Прям сразу с телефоном вышел, снимает. Джим Родригес. А вас как? Привыкли, да? Уже, видимо, какую-то хуйню от полицейских. Зовут. Какой у вас номер полицейского значка? Четко, четко. Мы бы хотели поговорить об инциденте, который только что произошел у вас. Не понимаю, о чем вы. Подойдите сюда. Не. Френчик вышел и попросил офицеров назвать свои имена и номера значков, но когда они попытались расспросить его подробнее, он отказался и ушел к себе домой. Имеет право так, наверное, сделать, не? Сюда подойдите. Не. Стоп. Где, блядь? Эй, эй! Эй, 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 эй! Херня. Эй! Эй, вы только что ворвались в мою частную собственность без ордера, я ни в чем не виноват. Да, кстати говоря, ну он как бы, ну он не, ну типа выглядел, как будто он убегает, но он же не убегал, он просто заходил к себе в дом. Вы в безопасности, я просто хочу понять. Вы в безопасности, слышь? Вы в безопасности, блядь. Если у вас в заднем кармане пистолет, я должен убедиться, что мы в безопасности. Давайте выйдем на улицу и поговорим. Джек, возьми телефон и снимай это на видео. Выходи на улицу. Снимай это на видео. Вы меня ударили. Что за дичь? Почему вы сопротивляетесь? Я не сопротивляюсь. Вы нарушаете четвертую поправку. Эй, ребят! Что за трэш происходит? Просто какой-то колхоз просто... у лестницы. Ну типа отпустите его, пусть хоть что-то скажет, спросить, что хотите спросить, раз уж вломились в дом. Да вам нельзя входить сюда без ордера на обыск. Возьми телефон. Вы не сотрудничаете. Я сотрудничаю, я не собираюсь с тобой бороться, я не борюсь. На улицу, сейчас. Выйдите на улицу, чтобы мы могли поговорить. Окей, 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 достаточно, хватит. Я ничего не сделал, вы ударили меня без причины. Здесь важно понять, что Френчи имел полное право вернуться в дом, если у офицеров не было ордера. Ну вот это проеб офицеров получается, потому что если он имеет право просто развернуться и вернуться, а они уже имеют право дальше какой-то ордер, допустим, найти, прийти, вернуться к нему, постучаться, зайти, а может даже если он не пустит, все равно жестко зайти уже силой и все это обыскать, не знаю, с ним поговорить, вот это вот, вот так, наверное, должно выглядеть, да, то есть здесь определенные процедуры. Как это, если он разворачивается, окей, ты не должен к нему вламываться, типа, и такой, блядь, слышно, хуй. Нет, окей. Он развернулся, закрыл дверь, он отказался общаться, отказался как раз сотрудничать, что предполагает уже дальнейшие определенные действия, которые вы имеете право сделать и предпринять. Ну, как бы, вот это что такое, бля, просто... Иди сюда, блядь. Такого у них не было. Они не должны были входить в его дом без разрешения. Даже зная, что у него нет оружия и что им больше не угрожает опасность, офицеры не отпустили Френча. Странно. А продолжали тащить и бить его, пытаясь заставить выйти из дома.
Ну, это типа такие офицеры, которые, видимо, не знают этих всех процедур особо, скажем так, действуют по ситуации. Что вы делаете? Стойте, стойте! Правил за что меня знаете. Задержали? Просто перестаньте сопротивляться. Я не сопротивляюсь. Не забирайте его телефон. Не забирайте телефон. Не забирайте телефон. Я в порядке. Я все это время был спокоен. Я ничего не делал. Успокойтесь. Я не сопротивлялся. Мы просто пытаемся с вами поговорить. Заведите руки за спину. Они стоят за спиной. Это невероятно. Они вошли в дом без ордера на обыск. Оказавшись на улице, Френчи сразу же позвал своего сына Джека. Этот Джек не был адвокатом. Черт, он даже не был взрослым. Это был 15-летний подросток. Но ему предстояло стать самым большим кошмаром этих офицеров. Ща будет разъеб? От школьника, разъеб от школьника. А остальные кадры были сняты им же. Так, подождите, ща будет мясо похуд. Следуй за мной и записывай, следуй за мной и записывай. Сюда. Дай нам пройти. Нет, дай нам пройти. Джек последовал за отцом, записывая полицейских, которые утверждали, что Френчи сопротивляется. Один из офицеров увидел, что Джек снимает все это на камеру и попытался вырвать телефон из рук подростка. Но Джек был шустрее и знал, что копы не имеют права находиться в доме, и поэтому он крикнул. Моя камера упала где-то там. Что вы делаете? Не перекручивайте наручники, вы меня травмируете, я не сопротивляюсь. Папа, не пускай его в мой дом, закрой мою дверь, запри ее. С точки зрения языка тела, быстрое движение и попытки заслонить действия говорили о повышенной готовности к обороне и осознании возможных правонарушений со стороны полицейских. Джек попытался проследить за ними. Один из офицеров попытался заставить его отойти, но Джек продолжал записывать. Вы все видели, все записано. Так и есть. Я не сопротивлялся. Я знаю. Ты знаешь, видишь? Он признал, что я не сопротивляюсь, Джек. Да, у меня есть видеозапись. Мы просили вас остановиться, верно? Я не делал ничего против ваших указаний. Вы пришли, этот парень вошел в мой дом без ордера. Вы в порядке? Да, я в порядке. Все нормально? Как себя чувствуете? Хорошо все? Не, ну вы в порядке, главное? В порядке. Офицер! Нет, он может говорить, он может говорить. Нет, я могу говорить, потому что я был в такой ситуации. Какой номер значка? Как вас зовут? Отойди назад. Смотрите, он только что коснулся. Ты можешь... Блин, вот этот вот дед бородатый прям самый агрессивный. Снимай. Так, погоди. Нравится тут реакции. А на Бусти их еще больше. Там и аниме, и ФНАФ, и сериалы, и мультики. В общем, еще много эксклюзивного контента от Восьмеркина. А ссылочка, конечно же, внизу в описании. Самоинтеграция на этом все. Счастья, радости, удачи. Сколько угодно, но ты отойди назад прямо сейчас. Эй, не трогай меня, перестаньте приставать ко мне. Очевидно, что офицеры были не в восторге от того, что их перехитрил 15-летний подросток и попытались запугать его, выстроив стену между ним и его отцом. Он все снимает-то школьник-то. Но Джек снова умерил их пыл. Я снимаю это на видео, пожалуйста, уйдите из моего личного пространства. Нет. Да! Ты не будешь вмешиваться в то, что мы делаем. Это моя собственность, пожалуй. Ты не будешь препятствовать аресту. Как тебя зовут? Я не буду говорить. Они думали, что смогут напугать его, другой офицер. Как же ему похуй. Офицер попытался схватить Джека, но это был не обычный 15-летний подросток, и он... Это был Альберт Эйнштейн. Знал свои права. Но Джек не сдавался. Во время этого спора одна из нательных камер офицера упала в доме. И когда они пошли за ней, Джек последовал за ними, чтобы напомнить, что у них не было ордера на вход в дом. Заходить, да, не имеет права. Этот офицер угрожал насилием несовершеннолетнему подростку. Эй! Не подходи! Я иду в свой дом! Не подходи! Я иду! Если ты попытаешься пройти мимо меня, то ляжешь на землю лицом вниз. С нихуя, да? Просто вообще никаких причин. Же офицер, отчаянно пытаясь найти... Ну все, пизда этому офицеру, мне кажется, если честно. Может быть, даже не только ему, а всем остальным тоже. Найти, что повесить на Джека, придумал это жалкое оправдание. На меня напали трое полицейских, а мне 15 лет. Вы вторглись в мой дом. Значит, это ты ездил по улице на мотоцикле? Я ехал... Так, придумывают что-то. На газовом велосипеде. Хорошо, это газовый автомобиль, у тебя должны быть водительские права. Нет, не надо. Не в том случае, если есть разрешение. Когда Френчика отвозили в тюрьму, один из офицеров попытался еще раз... В тюрьму? ...подколоть Джека, когда тот сказал, что будет предъявлять обвинение, но последнее слово осталось за Джеком. Я не буду играть в эти дурацкие игры. Ты вроде как уже. Мы закончили, окей. Окей, могу ли я получить номер дела прямо сейчас? Зная, что на них донесут, офицеры собрались у полицейского участка, придумывая, чем бы прижать и Джека, и его отца. Такие, блин. Ой, блядь. Я не знаю, может, он там что-то пиздил в школе. Давай, ты спроси, короче, его учителей. Блядь, что ж, сука, с ним делать-то, нахуй?
прям общий сбор. Брейншторм у них происходит. Позже подозреваемому предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и отказе подчиниться полицейскому приказу. И мозговой штурм полицейских. Как бы посадить подростка? Поместили в тюрьму. Но впоследствии обвинения были сняты, а болтливый офицер и его напарник уволены из отдела. Все, все. В 2022 году Кеннет Скинс и двое других сотрудников полицейского департамента в Альбукерке попали на камеру во время жестокого обращения с 53-летним инвалидом. Что за жесть? Так, ну инвалид мы видим, да, какой афроамериканец так-то? А что, перевод не будет? Вперед, забирайте все свои деньги. Хотите, чтобы мы вас выпроводили? Давайте, положите туда свои деньги. Теперь вы пойдете с нами, хорошо? А что он сделал? А что он сделал? Типа, он стоит, что-то денежки достает, что-то оплачивает, пакетики. А что он сделал, блядь? Они подошли к мужчине, стоявшему на прилавке, и обвинили его в воровстве, когда он пытался расплатиться за покупку. Офицеры схватили деньги. А на чем основано обвинение о воровстве? У него что-то в карманах, я не знаю. Он что-то реально украл. Просто типа, что? Как? Кто-то на него пожаловался? Как это работает-то у них вообще? Тип стоит, что-то оплачивает. Вы воруете, да? И которые мужчина держал в руках и вырвали их у него из рук, пока он пытался объясниться. Что за бред? Ну, тип в каком-то таком состоянии, конечно, странном, но он же ничего вроде не делает. Полицейские применили к мужчине физическую силу. Затем полицейские спросили у мужчины его имя, которое он отказался говорить. Это их явно раздражало, и полицейские приступили к его аресту. И полицейские приступили к его пинанию. Просто собираются и начинают пинать его. У тебя есть документы? Я не дам вам никаких документов. Вы арестованы, ясно? Вы не полицейские. Да, это мы. Нет, вы охранники. Как тебя зовут? Не твое дело. Хорошо, тогда вы арестованы, руки за спину. Он звонит 911. Во всяком случае, так он сказал. Только я расплатился, как появились охранники. У меня не заняло больше времени, чем у других. Бля, он реально не понимает, за что его взяли. А за что его реально взяли-то? Они его обвиняют в краже. А что он украл? У него есть что-то украденное? Или это просто... Как работает кража, ребята? Вроде работает так, что человек должен что-то украсть. А не просто типа, бля, он крадет. Так, ну как бы неважно что, он крадет. Ваше время, например, да? Занимая в очереди. Что за бред? Я не понимаю, за что его. Пока это происходило, мужчина позвонил в полицию и рассказал, что над ним издевались охранники, и ему нужна помощь. Полицейские снова попросили его объясниться и пригрозили... А сейчас приедут другие полицейские? ...ему арестом и обвинением в незаконном проникновении, после чего начали применять силу. Мужчина неоднократно спрашивал, что именно... Незаконное проникновение в магазин? ...но он нарушил. Он стал умолять полицейских отпустить его, но они не проявили ни капли милосердия. Вам будет предъявлено обвинение в мошенничестве и сопротивлении офицерам, понятно? Где он сопротивлялся? Где он мошенничеством занимался? Какое проникновение? Бать, у них что-то какая-то своя вселенная, где что-то по-другому происходит, а мы видим совершенно другую картину с вами видим. Но вам запретят вход, и вы... У них же нагрудные камеры есть. Я не понимаю, они как это... Как у них в голове это складываются, эти вещи? Нагрудные камеры же снимают, что чел вроде не сопротивлялся. Он ничего там не крал. Он ничего мошенничеством каким-то не занимался. Они у него вроде как ничего даже... Они даже его не обыскивали, они просто его взяли и унесли куда-то. Так кого он обокрал-то? Кого обманул? Больше никогда не сможете сюда вернуться, окей? Нет, я не... Это и произойдет. Мужчину толкнули к патрульной машине и вывернули карманы, чтобы проверить его вещи. Полицейские также забрали его деньги, что явно нарушило права мужчины согласно 4-й поправке, которая защищает... Хуй на поправку. Поебать, у них своя поправка. Граждан от необоснованных обысков и изъятий. Позволь спросить, ты знаешь, что мы теперь полицейские, верно? Хочешь представиться? Как тебя зовут? Это мои деньги. Мы забираем их с собой. Бросаем уже. Даже после того, как мужчина отказался сообщить свою личность, полицейские продолжали настаивать и толкнули его грудью в патрульную машину, чтобы обыскать его карманы. Полицейским удалось найти несколько рецептов, на которых было указано его имя. Тогда офицер Скинс пригрозил обвинить его в незаконном хранении наркотиков.
как, блять, у них это в голове работает? Рецепт же! Рецепт же! Так как на бумажке, которую он достал, были написаны несколько препаратов. Но это же рецепт, блять! Это же рецепт, сука! Или чё, нахуй? Как это, блять? Эй, брат, это не твои рецепты. Неудачно, если только тебя не зовут Мэтью. Как тебя зовут? Мэтью Макманус? О, это похоже на имя. Надеюсь, тебя зовут Мэтью, иначе тебя обвинят в торговле наркотиками. Потому что там много препаратов. Затем офицер Скинс арестовал... Какой... Просто... Что за хуйня? Чел стоял на кассе, денежки там что-то оплачивал, расплачивался. Его просто взяли, какую-то ебень начали просто втирать. Макмануса за сокрытие лиц... Тупо Макманус, ребята, попал в анус. ...личности и сопротивление указаниям полицейских. Дело было передано в суд, где полицейские были допрошены по поводу своих действий. Обвинения с Макмануса были сняты из-за отсутствия доказательств его инвалидности. А офицеру Скинсу были предъявлены обвинения в неуважительном и оскорбительном поведении, нарушении норм, установленных для сотрудников полиции, и нарушении закона США об американцах с ограниченными возможностями. Жесть какая. Короче, трэш. Просто, ребята, трэш. Но даже не знаю, последний случай, наверное, трэшовее остальных, но тут все случаи трэшовые, максимально какие-то. Может, мы, конечно, каких-то деталей не знаем, может, мы чего-то не знаем, чего нет в этом видосе, что не было озвучено, но без этого, без какой-то дополнительной информации, это выглядит максимально трэшово все. Ссылочка на оригинал внизу, такой вот реактик, тебя пальчик, комментарий, подпишись на канал, чтобы ничего не пропускать, обязательно зайди в Телеграм, чтобы там тоже не пропускать информацию про ролики, про реакты, про все остальное, и есть Boosty, где выходят реакции отдельные, ну, в плане True Crime мы Криминальную Россию там смотрим, но кроме True Crime там и анимешки, и сериалы, и фильмы, мультфильмы, и все остальное, все внизу, увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.